Специалисты рассказали о проделанной работе специализированного межрайонного уголовного суда по городу Шымкент за 2023 год. За прошлый год в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Шымкент окончено с вынесением приговора 74 уголовных дел в отношении 103 лиц. Возвращено прокурору 5 дел в отношении 16 лиц в стадии предварительного слушания. С применением мер медицинского характера рассмотрено 5 дел в отношении 5 лиц, одно дело в отношении 2 лиц, направленные в другой суд по подсудности, 33 дела в отношении 56 лиц, остаток на этот 2024 год. В производстве суда окончено 85 дел в отношении 126 лиц, что составляет 70,8% от поступивших дел в судебное производство. Среднемесячная нагрузка на каждого судью по делам, завершенным в суде, составляет 2,36%. Всего вынесено 74 приговора на 95 лиц, из них осуждены к лишению свободы 95 лиц, по особо тяжким преступлениям 71 лицо к лишению свободы, 3 лица оправданы, признаны виновными в совершении тяжких преступлений 20 лиц, из них 19 осуждены к лишению свободы на разные сроки, 1 лицо осуждено к ограничению свободы и 1 оправдано. По преступлениям средней тяжести 5 лиц были признаны виновными, и все 5 были осуждены к лишению свободы. По преступлениям, которые были вынесены, обвинительные приговора с лишением свободы от общеосужденных лиц составляют 96,96%. По рассмотренным делам за 2023 год по двум уголовным делам в отношении 4 лиц был вынесен оправдательный приговор. Это составляет от общеосужденных 4%. В отношении органов досудебного расследования вынесено 15 частных постановлений, из них 11 на сегодняшний день исполнены в полном объеме, 4 частных постановления отменено в апелляционном порядке. За 2023 год с присяжными заседателями рассмотрено 5 уголовных дел в отношении 7 лиц, и это составляет от общерассмотренных дел 7%. Рожан Жиринбаева, Диана Блезис. Новости.